А я стихами, сыт и пьян, мне радостна моя обуза, ведь среди честных северян именом муза Абу Вуза. Вот так, с фантазией, юмором и даже под аплодисменты проходит весь день в селе Куратово. Тут отмечают очередную годовщину со дня рождения основоположника коми-литературного языка Ивана Алексеевича Куратова, который, к слову, тоже здесь. Признается, что хоть в следующем году уже 180 лет, душой молод, а гостям бесконечно рад. Настроение отличное, потому что очень много гостей куратовских. Вообще, я очень рад, когда всегда к нам приезжают столько людей. Такая это атмосфера, в общем, высший класс. С поэтом можно увековечиться, перекинуться парой слов и хотя бы на мгновение самому поверить, что Куратов жив, в точности как память о нем и его творчестве. А еще продолжают жить добрые традиции. У Музея литературных героев Куратова, место называют здание домом печника Захара, ежегодно организуются торговые ряды. Рукодельницы съезжаются отовсюду. Например, Лариса Рощева прибыла из Сыктывкара, выбрала для себя бисероплетение еще 10 лет назад и гордо называет себя мастером. Работаю с квадратным жгутом. Вот это вот и есть изюминка. Потому что у нас в городе никто этим не занимается, никто не заморачивается этим. А мне он нравится сам по себе. Вот именно вот это вот плетение очень нравится. И я вся в нем. Найдя себе достойные украшения, для полного образа остается только принарядиться. Благодаря воображению организаторов и тантамарескам, специальным стендам для фотосъемки, здесь и это возможно. Мена муза идет в ногу со временем. Модная тенденция фотозона расположилась и здесь. Хотите на секунду облачиться в коми-национальный костюм? Пожалуйста. Эх, только пары не хватает. Если вы все-таки за более активный и плодотворный досуг, для вас ручное ткачество. Оно вовсе не осталось в прошлом, так утверждает Мария Куратова, ткачиха с многолетним стажем. Кажется, что спрос на предметы домашнего обихода, сделанные своими руками, никогда не угаснет. По-моему, обратно начало уже что-то входить, потому что меня очень многие спрашивают, но у меня совершенно нет времени столько ткать, например, да? Но люди, да, спрашивают, вы можете нам, например, половик соткать? Даже заказывают, да, как бы. Я как бы так это обещаю, но мне некогда этим заниматься. За долгие годы проведения праздник превратился в бренд района. Из года в год народные гуляния проходят на месте, где раньше стоял дом Ивана Алексеевича. Это сейчас здесь выставки, экскурсии, мастер-классы, торговые ряды, творческие встречи. Вечером же ожидается совсем другая программа – танцевальная. Мена Муза 2018 завершится этнодискотекой. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган» из села Куратово.